Здравствуйте! Сегодня будет обзор на вот такой жесткий диск, заказанный с сайта AliExpress, EGET G30. Значит, я его брал в официальном магазине. Есть такой магазин EGET Official Store на AliExpress. Ссылочку я укажу. Значит, брал я версию этого жесткого диска терабайт за $67, там 28 центов. Вот, также есть версии на 500 гигабайт, потом есть версии на 2 гигабайта, и недавно у этого продавца появилась версия на 3 гигабайта. Ну вот, я снял транспортировочную пленку, давайте мы сейчас его откроем. Так, открыли. Вот сам жесткий диск. Он, кстати, 2,5 дюйма. Так, продолжим. Вот как он выглядит. Он маленький, он сейчас в пакетике. Давайте мы сейчас... Я, точнее, его сейчас распакую, этот пакетик целлофановый. Сейчас. Вот. Так, вот как он выглядит. Он... маленький, удобный, его в карман можно занести. Так, дальше. Инструкция.